Сихуны намного ниже. А получилось наоборот. Сихун очень высокий, а Чинёвы не такой высокий, как если выписали. Но самый милашка был Бэкхён, потому что он первый... Бэкхён всегда милашка. Он не Бэкхён, он Бэкхён. Кто о чём? Я что, слышу такое? Самый милашка был Бэкхён, потому что он первый меня обнял. Это было очень мило. А Чен-Чен подарил мне все вот это вот, чем я сейчас занимаюсь. Чем я сейчас хвасталась. Я признаю, я хвасталась, да, я давно этого ждала. Так же, как и я рекламу за счет тебя сделала. Так. Что я еще могу сказать? Тебя спрашивают, какое твое любимое аниме? Твое имя называется. Я недавно... ты мне говорила. Да, я недавно его посмотрела и Каски тоже. Дай мне вот эту розовую коробку, я ею еще не хвасталась. Давай. Вот. Так. Угу. Тут, это, я так понимаю, ручки. А, логично. Да, надо тоже, народ. Это ручки. Как раз себе дневники понакупала. Так, есть вот... что? Есть о чем? Да, есть о чем. Вот правда, жизнь кипит. Вот это я не... Мы так и не поняли, что это, поэтому сейчас мы раскроем. Я за то, что это термос. Это бутылка, да? Да. Да, ты правильно подумала. Я он молодец. Какой-то очень длинный термос. Тоненький, длинный. Почему вы спрашиваете, выговаривает ли Женя Р, если она выговаривает? Ну, как бы она же разговаривает. Вроде бы выговариваю. Вроде как. Прикольный термос, кстати. Посмотри. Но он какой-то очень длинный. Но все равно вы же понимаете, то, что это все в ход пойдет. Я же... Так-то. Эй! Так, термос посмотрели. Теперь... Мне интересно, как она это все увозит. Ага, у меня три чемодана. У меня есть еще свободное место. Вот так. Ну, если учесть, что у меня еще шесть мешков игрушек. Да. Вот как. Так, пойдем дальше. Это фигурка. Ну, вы все знаете то, что я обожаю фигурки, то, что у меня огромный стеллаж дома. Да ногти уже они отросшие уже месяц. Женя живет в Москве. Я за тебя пока буду отвечать. Да, на те вопросы, которые я знаю. Если, друзья, вы не против. Это просто карточка. А тут у нас самое основное. Блин, это очень круто. Безумный любитель всех вот этих вот фигурок, что у меня огромная коллекция дома уже. Но такого крутяка у меня еще нет. Сюмин у меня еще не стоит на полочке, поэтому теперь будет. И, поверь только, я сегодня его видела лично. Завтра мы. Я его даже обняла сегодня. У него рука. Неловко вышло. Скажите, круто. Слушай, а в руке белое, это у него зеркальце, типа? Нет, это такая фишка у них. На концертах они выдают. Это типа фонарики. Они фанатам выдают. Я видела такую же хрень с Эхом. Фонарики, у них типа такие шарики белые, тоже светящиеся, они вот так что-то вот. Что-то типа, да. В общем, ребят, следующая моя цель — попасть на их концерт. Короче, Женя, кстати. Вполне еще. Кто-то чего-то другого ожидал, я не понимаю. По
пока только смайлы, привет, ты лучшая, мы тебя любим. Спасибо большое, ребята. Что-то интересное скажу. Что-нибудь интересное? Мне кажется, самое интересное сейчас я покажу, но ему не лично интересно. Биас – это любимчик из группы. Любимчик из группы. Я что-то отстала очень жестко от жизни. Сейчас, наверное, Бекин, потому что он меня обнял. Он такой милашка, я не могу. А еще он очень низенький. Он не намного выше меня. Хотя у меня рост 150. А еще у него были сильно накрашены глаза. Да у кого он из наших эстрадных не накрашены глаза, поэтому... Ну, либо Киркорова точно накрашены. Да. Я подозреваю, что и у этого самого, который голос России. Шармонка! Сейчас, подожди, скажу. Золотая чаша, золотая! Именно он. Все поняли, да, на натуральной плане. Боже, я забыла. А, что ты забыла? Басков вспомнила. Да. Я забыла, Николай. Николай. Так, Николай, тут тоже карточка. Смотрите. Та-да! О, а тут что такое? Что да, спасибо, что спасибо. Наклеечки! О, боже мой! Это, знаете, как это в тему? Наклеечки мне сейчас очень в тему, потому что я веду дневник. Это тоже одна большая наклеечка. А тут инструкция. В общем, я так и не сказала, что именно я распаковала. Я распаковала колонку. Колонку в форме фигурки Каля. Да. Да подожди, это онлайн, там не скачет. А, аньо хасио. По-моему, так. Чанёль, аньо хасио. Надеюсь, правильно. А, да, вон там выскочило, да? Что-то такое. Да, вот, да, да, да. Вот. Аньо... Сё, покажите, главное. Офигеть. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Поясни отсталому человеку. Это, я так понимаю, один из групп? Один из участников группы, да. Как жалко то, что я ничего не могу сказать на корейском. Мне кажется, он хорошо разговаривает на русском. На английском. На английском. На русском очень вряд ли. Скажи ему что-нибудь на английском. На английском? Just... if you're still watching me, just... thank you for inspiring me. EXO band is really inspiring because when I'm warming up before competitions, I always listen in music, and this music is just
only EXO songs, and it makes me, I don't know how to say, makes me stronger. Feeling stronger. Feeling stronger. Я тоже не понимаю, вот они не очень знают английский. Но как можно не знать английский, если ты так прекрасно поешь песни на английском? Я сегодня их слушала первый раз, можно так сказать. Но у них же вот части это... только на английском. Ну не знаю, я еще не помню вообще все песни. Две вот спели и на английском пели. Но я говорить? В общем, сказать, что вот это вот моя гордость, это ничего не сказать. Все. Спасибо за внимание. Ты же когда, ну, не знаю, тебе говорят что-то спеть на каком-то языке, ты же должна понимать, о чем ты поешь, и как это правильно произносится, чтобы случайно не сделать глупость. Ну, не знаю. Счастлива за ребят. Мы сначала их так ругали, потому что они так плохо играли, ну как бы честно, не финально Олимпиады они, ну, все играли. Но хотя к немцам сегодня вообще никаких претензий. Немцы сегодня крутые были. Вот. И в итоге, наверное, из-за того, что мы поругали, знаете, как говорят, ругайте нас. Именно то, что поиграли. И извиняюсь-ка. Ничего страшного. Поругали. Они лучше стали и выиграли, и я очень рада, и это наше золото. Я сегодня... Да. Мне еще не пришло на ум такая вещь. Все говорили вот про Женю с Алиной, что вот наша надежда только на хрупкие плечи маленьких девочек, но на самом деле, видите, есть мужики.